Военно-промышленный комплекс – мощь и гордость России. Многие компоненты отечественной наукоемкой техники сделаны фрязинскими учеными. За эти и другие достижения в конце 2003 года указом президента нашему городу присвоен статус наукограда Российской Федерации. Когда в 1901 году во Фрязино, тогда еще деревне, было построено первое каменное здание, в котором разместилась шелкоткацкая фабрика, развитие населенного пункта могло пойти в другом направлении. Вполне возможно, он стал бы одним из центров легкой промышленности Подмосковья, славясь далеко за пределами области работой своих мастеров. Но тревожное предвоенное время потребовало решения других задач. В феврале 1933 года по решению Совета труда и обороны СССР на территории бывшей фабрики начались работы по созданию завода «Радиолампа». А уже в ноябре следующего года из цехов выходит первая продукция. Электровакуумные компоненты для радиостанций, радиолокационные приборы и другие радиоустройства связи. Ровно через 10 лет постановлением Государственного комитета обороны был образован вакуумный институт с опытным заводом. Фундамент будущего наукограда был заложен. Сегодня Фрязино – это центр научной мысли в области СВЧ радиоэлектроники. Успехи в обеспечении обороноспособности нашей страны, развитии электроники, освоении космоса напрямую связаны с трудом фрязинских ученых, инженеров, рабочих. Более трети 50-тысячного населения города имеют высшее образование. Основа экономики города – научно-производственный комплекс. Несмотря на потрясения и кризисы, которые при переходе к рынку коснулись всей оборонной промышленности, предприятия нашего города сумели выстоять, сохранить свой кадровый, научный и производственный потенциал. Высокие технологии и наукоемкое производство – на этом стоят фрязинские предприятия НПП «Исток», ФИРЭ имени Котельникова РАН, СКБ «ИРЭРАН», НПП «Циклон-Тест», НИИ «Платан», НТО «ИРЭ-Полюс» и другие. Разработки предприятий нашего города и их продукция неоднократно становились лауреатами и призерами российских и зарубежных салонов и выставок. В рамках конверсии оборонного комплекса в городе создан ряд предприятий медицинской направленности. Фирма «Випсмед», «Исток Аудио», «НПП Исток Система», «Росоптика». Производимая ими продукция вобрала все лучшие достижения обороны, благодаря чему получила широкий спрос не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. «Исток» – научный и производственный центр, вокруг которого, собственно, и был построен сам город Фрязино. Когда-то это был ящик, совершенно закрытый для посторонних объект. Уже более полувека здесь разрабатывают и делают электровакуумные и полупроводниковые сверхвысокочастотные приборы. Сергей Иванович Ребров возглавляет институт «Исток», возглавлял с 1962 года по, Сергей Иванович, 89. По 89-й. Сегодня он остался генеральным конструктором этого института. А институт «Исток» – это ключевой институт, который положил начало развитию электронной промышленности СССР. В институте, конечно, начало – это техника приемно-усилительных ламп, которая была необходима для того, чтобы обеспечить высоконадежную работу создаваемых первых радиолокаторов и систем управления, кстати говоря, главным образом военного назначения. Вот на этом развороте, как мы это называем, показано то, что мы называем спиралью развития института. Значит, от техники приемно-усилительных ламп до многофункциональной СВЧ-техники, которая используется в новейших системах вооружения. То вот концом этой спирали, в конце этой спирали мы показываем два крупных радиотехнических, радиоэлектронных объекта. Вот это, да, это многофункциональная цифровая бортовая радиолокационная станция. Второе направление, которое при этом развивалось, это направление
активной головки самонаведения для ракеты воздух-воздух. Вот это направление, оно осталось в институте как одно из ведущих направлений. Мы работали в этом направлении совместно с институтом АГАТ, который возглавляет Иосиф Григорьевич Акопян. Эта головка сейчас является одной из лучших в мире. На самом-то деле, анализируя вот эти вот горячие этапы холодной войны, в общем-то, у нас было противостояние двух электронных держав, на самом деле. Это Соединенных Штатов и Советского Союза. Наша электронная промышленность выпускала всю гамму электронных приборов. То же самое, что делали совокупно все западные страны. Но это история. По СВЧ-технике только две державы. Это США и МИ. Вот эти устройства сложной формы обеспечивают работу не только истребителей, но и мощнейшего летающего радара дальнего обнаружения А-50. Он может обнаружить до 60 целей на расстоянии 400 километров. Новейшие системы противовоздушной обороны, такие как мобильный комплекс С-400, тоже немыслим без радиоэлектроники. Она обнаруживает летающий объект и управляет полетом ракеты. Радиоэлектроника, как и оружие, постоянно модернизируется. Общеизвестно, что годы перестройки сильно ударили по отечественной науке. Но они же заставили ученых, работавших на оборону, повернуться лицом к нуждам обыкновенных, невоенных людей. Вот этот цилиндр под названием клистрот на самом деле мощнейший многоканальный передатчик для цифрового телевидения высокой четкости. Впрочем, в истоки пошли еще дальше. Всем известна американская система GPS, а про отечественную систему ГЛОНАСС почему-то забывают. А это атомно-лучевая трубка, сердце ГЛОНАССа. Этот сложнейший прибор стоит на каждом из спутников, сетью опоясавших земной шар. Вот еще одна истоковская разработка – радиомаяк, позволяющий спасателям вовремя прибыть на место катастрофы в любое место по радиосигналу. Сегодня Александр Королев, главный конструктор НПП «Исток», работавший генеральным директором этого предприятия с 1988 по 2009 год, с гордостью демонстрирует новые технологические возможности, которые позволяют обеспечить электронными компонентами современные радиоэлектронные системы. Это пилотная линия для производства монолитных интегральных схем СВЧ с разрешением менее 100 нанометров. Автоматизированные линии сборки СВЧ-модулей. Участок производства полупроводниковых гетероструктур с размерами слоев единицы десятки нанометров. Участок для производства радиоэлектронных модулей для фазированных антенных решеток самолетов пятого поколения. Фрязинская наука находится на самом переднем крае в разработках по наноэлектронике. Научные исследования, как в твердотельной, так и в электровакуумной электронике, основываются на достижениях в области нанотехнологий. В научных исследованиях на ряде предприятий Фрязино решается задача целенаправленного управления объектами с размерами менее 100 нанометров. Это, собственно, то, что сегодня и относится к области нанотехнологий. Эффективно используются при этом возможности атомно-силовой микроскопии с атомарным разрешением в центре коллективного пользования городского бизнес-инкубатора. Особую значимость имеют фундаментальные исследования в области нанотехнологий, проводимые во Фрязинском отделении Института радиотехники и электроники имени Котельникова РАН, а также вот в производство пилотных линий на предприятии НПП «Исток» по выпуску радиоэлектронных модулей, сверхвысокочастотных и монолитных интегральных схем на гетероструктурах арсенида галлия и нитрида галлия с годовым объемом выпуска более 1,5 миллиона штук. Производство волоконно-оптических компонентов и волоконных лазеров на предприятии НТО «Ирэполюс» и разработки и производство плоских полноцветных дисплеев в НИИ «Платан». Вот это поверхность металла. Так она выглядит под атомно-силовым микроскопом. Здесь же, в научных лабораториях, ученые создают аппаратуру с наноразмерными топологическими нормами. Возможно, у кого-то
сложится мнение, что размеры современных микросхем и так достаточно малы. Однако выигрыш, который сулит нам уменьшение до наноразмеров, например, элементов памяти компьютера, просто грандиозен. Плотность записи имеет очень важное значение, потому что если вы записываете информацию очень плотно, то вы таким образом большую информацию умещаете в малых размерах и можете иметь, например, компьютер, который можно положить в карман. И причем это мощный компьютер. В 2010 году исполнилось 55 лет Фрязинскому отделению Института радиотехники и электроники РАН, известному своими фундаментальными научными исследованиями как в России, так и за рубежом. Институт планировался и одно время, конечно, по самым широким направлениям. Здесь, скажем, было и распространение радиоволн, и исследование космического пространства, физика полупроводников, физика твердого тела, технология полупроводниковая, и физика плазмы. Широкую известность получили исследования ученых этого института по радиолокации планет, дальнего космоса и изучению океана. Идеи ученых по радиолокации Венеры легли в основу межпланетных станций «Венера-16» и «Венера-15», которые отправились к утренней звезде в 1983 году. Ежедневно, в течение 8 долгих месяцев, ученые принимали данные со станций и еще несколько лет склеивали из полос цельное изображение. В итоге появилась подробная карта 30% поверхности. Оказалось, Венера совершенно не похожа на Землю. Сквозь толщу воды слабо проникает свет, совсем не проходят радиоволны. Лишь акустические сигналы легко достигают дна. На глубине до 6 километров прекрасно видны залежи полезных ископаемых, состав грунта, затонувшие суда и даже следы айсбергов. Эти технологии необходимы при строительстве портов, прокладке подводных кабелей и трубопроводов. Отмечаем наградами известных российских ученых, много сделавших для развития самых современных направлений мировой науки. Это Юрий Васильевич Гуляев и Владислав Иванович Пустовойт, которым удалось создать абсолютно новое направление физики – акустоэлектронику и акустооптику. Их работы – основа успешного развития нанотехнологий, глобального мониторинга состояния атмосферы и гидросферы. Наша деятельность относится к области информационных технологий и электроники, одной из тех ключевых областей, с которыми человечество входит в 21 век. И мы счастливы, что нам удалось внести наш скромный вклад в престиж России в этой области. Дальний космос. Конструкторы специального бюро Института радиотехники и электроники создают технику для его исследований. Но особую практическую значимость имеет радиолокационное исследование земной поверхности. Прибор представляет из себя антенну, и, собственно, радиометрический приемник находится здесь. Антенна формирует восьмилучевую диаграмму, которая обеспечивает полосу обзора по поверхности Земли примерно 400 километров с высоты полета МКС. Этот комплекс предназначен для исследования таких параметров, как соленость океана, засоленность морей, влажность почв, состояние биомассы и, собственно, степень прироста биомассы в динамике. Сейчас в СКБ создают прибор, который будет установлен на МКС и будет изучать Землю в L-диапазоне. Этот прибор позволит изучить очень интересные явления теплопереноса, активно влияющего на погоду и климат. Для прибора L-диапазона не имеет значения, есть облачность или туман, или их нет. Ни помеха, ни ночное время, ни листва деревьев. Волоконные лазеры – продукт нанотехнологий. С помощью этих лазеров можно резать и сваривать металл, а можно и передавать информацию. Причем пользоваться этими лазерами могут обычные люди. Если раньше для обслуживания вот такого типа лазерных установок, более старых,
требовалась бригада специалистов, квалифицированных физиков, которые раз в несколько дней необходимо было проводить сервис, юстировку, настройку этих лазеров, то в ближайшее время для обслуживания этого лазера потребуется один выпускник профтехучилища, специализирующийся на лазерных станках. Волоконные лазеры — это один из, может быть, не самых новых, но очень ярких примеров нанотехнологий, потому что сама структура вот этой активированной жилы, она имеет как раз наноприроду. То есть вот этот вот итербий, он распределен в кварцевом волокне в виде кластеров размеров нескольких нанометров. Самое очевидное применение волоконных лазеров – точная резка металлов, но еще более перспективна сварка металлов. Сваривать можно самые различные металлы, например, медь и алюминий. Однако еще больше возможностей волоконных лазеров в информационных технологиях. Дальняя космическая связь с помощью промодулированного лазерного луча, передача по волокну телевизионного сигнала, интернет, телевидение, радио. Вот такой один усилитель позволяет обеспечить высококачественным телевидением там 60-70 аналоговых и несколько сот цифровых каналов такой город, например, как Фрязино. Вообще, даже ученые пока не знают всех возможностей волоконных лазеров. Есть вероятность, что они позволят осуществить проекты, о которых мечтали фантасты. Не случайно именно предприятие НТО и «Реполюс» в октябре 2009 года было выбрано местом проведения заседания комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России, которое провел президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Дмитрий Анатольевич осмотрел технологические линии, увидел в действии высокопроизводительное технологическое оборудование. Президенту было продемонстрировано, почему у корпорации IPG, частью и родоначальником которой является НТО и «Реполюс», нет конкурентов не только в России, но и за рубежом. Технологический прорыв, по оценкам экспертов, составляет 8-10 лет. Наукоград Фрязино широко известен научно-производственными достижениями в разработке электронно-лучевых и жидкокристаллических приборов отображения информации для радиоэлектронной промышленности. Научная школа, сформированная в недрах НИИ-160, а ныне НПП «Исток», и развитая в НИИ «Платан» с заводом при НИИ, обеспечили создание приборов и специальных материалов с техническими характеристиками мирового уровня, в том числе первые отечественные телевизионные кинескопы, включая цветные, передающие иконоскопы, многолучевые функциональные и запоминающие электронно-лучевые трубки, потенциалоскопы, широкополосные осциллографические трубки, жидкокристаллические индикаторы и модули, в том числе полноцветные. Разработки таких приборов нового поколения требуют производственных условий с чистыми комнатами и современным технологическим оборудованием. Одной из последних работ являлась как раз разработка видеомодулей, которые могут обеспечить работоспособность в диапазоне до минус 60 градусов и при внешней засветке до 75 тысяч кандел. Из активно-маточных вот представлен ЖК-экран диагональю 54 сантиметра и ЖК-экран диагональю 10 сантиметров. Научно-производственное предприятие «Циклон-Тест» основано в 1954 году на базе Центрального бюро применений НПО «Исток» и более 50 лет работает в сфере обеспечения качества и надежности продукции оборонного и гражданского назначения, электромагнитной совместимости и безопасности, сертификации продукции, услуг и систем качества. Имея уникальную испытательную базу и являясь базовым центром по электромагнитной совместимости в радиоэлектронной отрасли России, предприятие занимается проблемами надежности электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры, исследованием причин их отказов, разрабатывает и внедряет методы прогнозирования и обеспечения их эксплуатационной надежности. В производственной сфере предприятие специализируется на разработке приборов для оценки воздействия техногенных факторов и медицинской диагностической аппаратуры. В числе разработанных для этой цели приборов прошел медицинские испытания прибор спектротест для неинвазивного, то есть
без нарушения кожного покрова, диагностики параметров крови, при исследовании профзаболеваний и периферийного кровообращения. Включены в государственный реестр приборы нового поколения, цифровые приборы для контроля полей, уникальность которых состоит в том, что они имеют изотропные антенны с полностью круговой диаграммой направленности, что эффективно при мониторинге электромагнитной обстановки, при аттестации рабочих мест по условиям труда. Разработанные в нашем институте средства контроля позволяют также определить влияние электромагнитных полей на стабильность технологических процессов при производстве электронных приборов, что имеет особое значение в наноэлектронике. Современной науке и высокотехнологичным производством предприятий должны соответствовать развитая инфраструктура и достойные условия проживания для населения города. Со времени присвоения Фрязино статуса наукограда в благоустройстве территорий, реконструкции инженерных коммуникаций, в оснащении больницы, школ города и городского хозяйства, строительстве детского сада, дворца спорта и торговых комплексов освоено более 1,5 миллиарда рублей из средств федерального, областного и местного бюджетов, а также инвестиционных источников финансирования. В течение этих лет в городе ежегодно строится по 1 квадратному метру жилья на каждого из 52 тысяч жителей.